Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о создании и регулировании производственно-торгового и логистического комплекса на границе двух стран. Документ заключили в рамках международного форума «Астана». Как отметил Серик Жумангарин, комплекс будет способствовать развитию экономик обеих стран. Ожидается, что товарооборот увеличится в два раза. Сегодня он превышает 2 миллиарда долларов. Дальнейший шаг на пути развития наших экономических, добрососедских отношений. Огромный прорыв для бизнеса наших стран. Соглашение готовилось несколько лет. Уточнялись детали, определялись инвесторы. Было задействовано огромное количество государственных органов с разных сторон. И поэтому сегодня на самом деле такое очень историческое событие.